Ну я сразу говорю, это пипец, он бегает, по-моему, с бензопилой и мочит. Класс, это еще не один. Нет, он один. Рэнди! Father, call me Randy. Get on with it. Do you, Randy, take this woman to me? Это что, Джокер в юбке, что ли? Это, по-моему, Кэтлмен. Don't worry, honey. The other ones didn't mean anything to me. Естественный отбор невесты в природе. Классный вид сзади. Я не знаю, что с головой у тех, кто это придумал. Похоже, мы не вовремя немножко, может, придем попозже. Амурчик, блин. Немного небрежно повернулся. Нет, я всего лишь ангел. Эммануэль мертва, окей. И все? И это было, да. И все, я даже повернуться не успел. А, выйти-то можно? Выходи. Я пошел отсюда. До свидания. Пойду искать еду. Как? Почему он такой быстрый задрот? А вот. Ну тут еды рукопая, нигде нет. Дай мне пожрать. Чего она там ревет? Неужели не видишь, что мужику? А плохо? Вот я пивка, я нашел пивка просто, охренеть сколько. Сейчас напьюсь нахер. Главное, чтобы я не проблевался сейчас от этого всего. Да вот же мужик. Так, я иду, не ссы. Ты будешь жить! Как бы сказал Шварценеггер, we'll live. А какого хрена? Где мои электрограбли? Почему я их не взял-то? Игра! Сказал, твоя иконка показала именно такой жест. Да блин! Он не берется! Они не берутся, может меня выстрелили просто в этот момент. Где он? Далеко? Я не знаю, он куда-то ушел дальше меня. Так это к невесте к своему. Пошел нахер. Чего я не это хотел сделать? Игра! Игра, твою мать! Что это? Я не знаю. Я не могу тебя вылечить, вот. Фу, все. Вали от меня! Надо было перепрыгивать. Я пытался. Блин, с этим нельзя перекатываться, черт. Как? Дерьмо! Да как же его не коцает-то? Ох, отходи! Не туда. Псих! Ай-яй-яй! В жопу ему! Выглядит смешно. Он бежит со мной? Он бежит с кем? Ай, ты ка! Ух ты, ни хрена себе! О, успел! Подожди, мне надо захавать. Бутер. Черт, этот стой.
По яйцам его сейчас зарядил. О, 5000 дали. Чё он делает? Смотри, я не мог выйти оттуда. Рейджер, отходи, отходи, отходи. Ладно, я побежал. Да давай. Брать пиво. Давай, давай, крепись там. Я принесу пивка. Несы. Да я свалил оттуда. Ну тут людей просто охренеть за пивом пришло. Боже мой, не дай бог бы кто-нибудь вышел и увидел меня. Кто-то тут что-то взрывает. Блин, они взорвали все пиво! Уроды! Ладно, тебе придется искать... Блин, у меня осталось всего два кубика здоровья. А у меня один мигающий. Блин. Ну вот! Попал. Да мы же их убивали уже, почему они возродились-то, ё-моё. А, тут есть винишко, во, я нашел. Тут пивной, пивной магазин. А, нет, тут только пиво. И вискач есть. Зайди сейчас в магазин вот здесь вот, и тут есть вискач. Ты бы сам бы навернул немножко. Чё, я выживу. Я проходил первый Dead Rising. Dead Rising 2. Говно, пошел нахер. Да не сюда, в другой магазин. Какой? Вот сюда. Блин. Вот, тут есть просто апельсиновый сок. Е. Все, возьми апельсинового сока. Нет, точнее, возьми какое-нибудь пиво, вискач, я взял апельсиновый сок. Главное сейчас успеть потом на основное задание. Блин, все как все ключит, а? Чуваки реально затрахались с автоматами. А, вот, я уже пробежался мимо этого. Мимо психопата. Блин, неужели тут нет вообще никакого оружия? Под жопу ему. О! Шотган. Ты где там ходишь? Ой, а, все спорим. Оружия-то у меня не было. Он там не похилился случайно? Нет, не похилился. У меня один мигающий! О, фак, сек. Надо похилиться. У него совсем немножко осталось. Все, подох. Еее. С первого раза. Мне еще зомбрикс надо найти. О, теперь можно над ним надругаться. Я бы даже, не знаю... У меня подходящий костюм просто. О, наверное, зомби. Любимый! Они подходят друг к другу. Сразу особенно... видно девушка. Дождалась. Фанфары, все дела. Еще праздничный салют надо устроить. Капец, я на себя, наконец-то, надел всего. Надо еще какой-нибудь розовый топик. Так, электродабли мои, иди говори с Дэнни. Никогда не думал, что у меня будет такая свадьба. Ну и дальше. Он больше ничего тебе не сделает. Давай я отпаду тебя в убежище. Да, спасибо. Так, Дэнни присоединяется. Ей что-нибудь в руки можно дать? Так, нам придется с ней идти к этому, к источнику, поэтому, если что, ее защищай. Погнали скорее. Она идет за нами, нет? Да-да-да. Она за тобой идет. Здесь можно через секс-шоп срезать. Сапоги танцовщицы. Я вообще красивый стал.
Идем. Я не буду ничего говорить по этому поводу. А подожди, 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 мы правильно идем? Сейчас, подожди, гляну по-быстрому. Чё-то она там застряла. Пошли, дура. Найдем тебе другого жениха. Это, конечно, был красивый, но не настолько же. Дэнни слишком далеко было написано. А, надеюсь, она с нами сейчас зашла. И не осталась нигде. Надеюсь. А то это будет достаточно глупо, если мы без нее уйдем. Подожди. О, она мигает. О, блин, отстой, а! Тупая уродина. Что она так далеко-то была, а? Вот все невесты такие. Украли невесту у нас, похоже. Теперь назад. Как же все сложно. Главное, чтобы она не была в своем, как там, где она была сначала, там, импровизированная церковь или что там. Да нет, она где-то тут рядышком должна быть. Окей. А, теперь у нас будут чуваки, которые... Нет, не пропускай. Это... У меня написано, что... А, стой. Это я случайно нажал, наверное. Короче, этих чуваков надо будет выносить еще. Снайперов? Да. Ну, в принципе, это не сложно, я знаю, куда ходить. Из Medal of Honor последнего. Я помню только туда... Я помню только оттуда песенку. Это... Linkin Park там. Или как она там звучала? Я помню бородатого снайпера. Мистер Бородач. This is a golden opportunity. Damn straight. Мы когда-то воевали в Вьетнаме, потом нас всех нахер послали. Мы теперь будем на своих же людях отыгрываться, потому что мы тупая деревенщина с оружием. Твою мать! Ему не хватает только двух банок пива, привязанных к кемке и двух таких трубок. По-моему, тут есть как раз вот это вот... вот это две банки пива, привязанные к шапке, и из них можно пить и пополнять здоровье. Только не знаю, какая каска там должна быть. По-моему, обычная каска... строительская, желтая. Строительная. Вот, они сейчас будут тоже мешаться. Она так ржет над нами, да? Ну, заходите быстрее. Что такое? Зато мы увидели шикарный, шикарной красоты ролик. Джеймс Кэмерон отдыхает со своим аватаром. Какой-то аватар, что это? По сравнению с этим чудом. А драматичность, сюжет. Повелитель Бури тоже вообще просто плачет. Так, надеюсь, нам сюда. Сейчас всех я посмотрю. Надеюсь, я не перепутал, что нам сюда надо бежать, да? Да, нужно бежать. Ой, я тоже так надеюсь. Ну как бы... Ты меня долго бить будешь? В смысле? По-моему, не туда пошли. Упс. Я надеюсь, этого жирного не придется перемачивать. Похоже, что... Слушай. Сейчас давай используемся быстрым телепортером. Может, успеем. Сейчас он где-то здесь наверху должен быть. Главное, чтобы эта скотина была... шла быстро. Смотри, Дэнни, не зарежь там. Или как ее там зовут? Ну ты, конечно, молодец, пошел не по той стороне эскалатора. Думаю, что так медленно поднимаюсь? О, нифига, там часа выйдет. Эй! Ну что ты там, где? Говно! Где этот Дэнни тупая?
Она сама пробьется, если че. Сейчас мы должны успеть. Далеко и все. Ну, подождем. Пока она подойдет, я пока примерю белые туфельки. Охренеть. Так, где она? Здесь уже? Да, может идти. Окей. У меня капец. Венок, маска, костюм какого-то, не знаю, супергероя детского и белые туфли на каблуке. Классно. Может, сохранимся на всякий случай? Давай. Не, ну мы должны успеть. Подожди, сейчас посмотрю, сколько времени. 16 игровых минут, мы успеем. Тут дается час на скорость. Сейчас, подожди, я еще раз с картой сверюсь, чтобы знать, куда бежать. Ой, тут, короче, чувак с почтой. В общем, лучше к почте не подходи, не подходи к почте, ничего не бери, это задание. Оно ужасно. Мы успеем. Мы успеем, я знаю. Мы это сделаем. Я тоже когда-то подошел с кем-то из выживших с этой к этой почте, он главное всех замочил там босс. И пришлось перепроходить много. Где она здесь? Все, она может идти.